Мотоциклисты Чуваши обустроили палату для малышей в Новочебоксарской детской больнице на свои средства и своими руками. Наша съемочная группа побывала в больнице и убедилась – получилось красиво. Никаких серых стен, белых потолков, железных кроватей. В такой палате легче отвлечься от переживаний, открыться миру, довериться добрым рукам. Ребенок прибыл не говорящий, не одетый, голодный и в стрессовом состоянии. За 3 недели ребенок стал разговаривать, общаться. Он даже подавал сегодня врачам руку. И вы видите, что у него совершенно изменилось настроение. Не только инициатива молодежная имеет значение. Наверное, все наше с вами общество должно не оставаться равнодушным. В Союзе мотоциклистов Чувашии есть свои дизайнеры, мебельщики, маляры, установщики окон. Ребята приходили работать по вечерам и в выходные дни. Меньше чем за месяц обычную больничную палату они превратили в сказочный цветущий мир. Они проявили инициативу, чтобы помочь детской службе, детскому стационару. У нас есть дети, которые находятся в стационаре практически постоянно, а их в год примерно бывает 38-40 человек. Это детишки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть оборудовать палату для них, чтобы они не нуждались ни в чем. Некоторые сотрудники больницы признаются, прежде представляли байкеров совсем другими. Но вместо брутальных мужчин с суровым нравом увидели простых позитивных парней и девушек, которых объединила не только любовь к железу, но и желание творить добро. Помогали не только мотоциклисты, помогали просто заинтересованные люди, как бы заинтересованные в добре, совершенно безвозмездном. Большое этим людям спасибо. Но можно на самом деле собраться и сделать для детишек какое-то счастье, потому что дети же верят в чудо. А чудо – это что? Дети же верят, что тыква может полностью превратиться в карету. Я думаю, что многие на самом деле могут также скооперироваться с друзьями и делать какие-то положительные добрые поступки. Конечно, здорово, когда общественная организация обращает внимание и бескорыстно, без каких-то политических своих очков, а просто так подарить детям, взрослым, которые здесь работают. Вот такое чудо, это здорово. И надо популяризировать, безусловно, такое движение. Мотоциклисты Чувашии на этом решили не останавливаться, но о планах рассказывать не торопятся. Сначала дело, а потом разговоры, заметил Александр Матвеев. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.